В Калмыкию поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции, рассчитанная на 5000 человек. Препараты направлены в городскую поликлинику и в районы республики. В Элисте вакцинацию проводят на базе городской поликлиники. Сотрудники по телефону приглашают на прививку тех, кто записан на конец января – начало февраля. Напомню, желающие получить прививку могут позвонить по телефону поликлиники или оставить заявку на портале госуслуг, где включена функция «Лист ожидания».